Ну, во-первых, Медведев. Вот Медведева серьезно воспринимать вообще не надо. Если Лавров это законченный мерзавец, то это просто дебил. Просто дебил, к нему отношение в российском истеблишменте как к идиоту. Он такой и есть. Там, не знаю, его щипцами, что ли, тащили. Он вот такого роста, там все вот такое. Вот, поэтому, ну, что еще можно сказать о человеке, который был номинальным президентом, а сейчас уже никто даже не воспринимает его как полотера, понимаете? Но что можно говорить о подобном лице? То есть, это просто как подставка, этажерка под стаканник. Понимаете, то есть это несерьезная фигура, что он там рисует, ну, вступил ему что-то в голову, вот он решил нарисовать.